Библейский портал экзегет.ру представляет Двенадцатая глава Второй Маковейской книги в этом переводе под общей редакцией Нина Бродинская. Я читаю ее для библейского портала Экзегет и даю небольшие комментарии. Ну вот, в одиннадцатой главе, ближе к концу, были приведены дипломатические документы о... О том, как вот Маккавей, уже не повстанческая армия, а на самом деле государство, которое обретает свою независимость, договаривается с селивкитской державой, причем римляне еще в этом участвуют, как союзники иудеев. И что же у нас будет дальше? После заключения этих договоров, ну вот те, которые были в 11 главе, Лиси отправился к царю. Лиси – это его ближайший помощник, на самом деле, скорее правитель, даже больше, чем царь, потому что царь еще молод, а Лиси – его такой воспитатель-регент. А иудеи взялись за возделывание земли, наконец-то. Но среди правителей этих мест были Тимофей Аполлоний, Сен-Генея, а также Иероним и Демофон, а кроме того, Киприарх Никонор, который не давали им жить в мире и спокойствии. Киприарх, очевидно, глава кипрских наемников, которые там присутствовали на Селевкитской службе. То есть царем договорились, но еще есть местные власти, и там далеко не все друзья иудеев. А жители Иопы, это современная Яфа, совершили вот какое безбожное дело. Они пригласили иудеев, живущих с ними, войти вместе с женами и детьми, приготовленными лодки, якобы безо всякого злого умысла. Те согласились, поскольку это было общее решение города, да и сами они хотели жить в мире и ничего не подозревали. Но когда были уже далеко от берега, не менее 200 человек из них утопили, то есть под видом какой-то увеселительной прогулки, да, поплаваем по морю, там отдохнем, Узнав о таком зверстве, учиненном над соплеменниками, Иуда, руководитель Маковейского восстания, Иуда Маковей, рассказал об этом своим людям и, призвав Бога, праведного судью, выступил против гнусных убийц своих братьев. Ночью он поджег причал и спалил лодки, а те, кто оттуда сбежал, заколол. Поскольку же город был заперт, Иуда отошел, чтобы возвратясь истребить все население Опы. А город был заперт на ночь, соответственно. Городские ворота. Но, прознав о том, что жители Амнии точно так же намерены поступить с проживающими нехаудеями, ночью напал на Амнитяна и поджег причалы вместе с судами. Так что отблески пламени были видны в Иерусалиме за 240 стадиев, ну, то есть за 40 с небольшим километров. И а амни небольшой городок на Тивиатском или Галилейском озере. Вот приходится еще и такие карательные экспедиции или даже превентивные экспедиции проводить вокруг. Иудеи. Когда, из-за походом на Тимофея, еще один противник, да, о войнах с ним довольно подробно, первый Маковейский рассказывает, иудеи отошли оттуда на 9 стадиев, то есть пару километров, на Иуду напали арабы, не менее пяти тысяч, а всадников пятьсот. Завязала жестокая битва, и люди Иуда с помощью Божьей взяли верх. А потерпевшие поражение кочевники стали просить Иуду заключить мир, обещая при этом доставлять иудеям скот и в остальном быть им полезными. Поняв, что они в самом деле во многом будут полезны, он согласился заключить с ними мир. Заключив мир, арабы удалились в свои шатры. Вот вам первые арабо-израильские войны. Больше двух тысяч лет назад уже. Иуда напал также на некий укрепленный город, окруженный стенами и населенный многоразличными народами, имя которому Каспин. Те, кто был внутри, полагаясь на крепость стены, запас продовольствия, повели себя вызывающе. Они оскорбляли людей Иуды, а кроме того, богохульствовали и выкрикивали непристойности. Тогда люди Иуды, призвав на помощь великого властелина мира, который без стенобитных орудий осадных машин у времена Иисуса Новин разрушил Иерихон, в дикой ярости бросились на стену овладев городом по воле Божьей, они устроили неслыханную резню, так что близлежащее озеро шириной два стадия, казалось, наполнилось стекшей в него кровью. Э, довольно жестокая история, особенно если учитывать, что вообще-то говоря, иудеи начали это первыми. Где конкретно этот город располагался, не очень понятно, вероятно, на голландских высотах, да, то есть где-то рядом с Иудеей, но отдельно. И э, здесь уже действительно такие карательные экспедиции. То есть нужно всячески э, подавить любое возможное сопротивление, потому что население смешанное уже на окраинах иудеи, И нужно, грубо говоря, запугать тех, кто может причинить э, вред иудеям. Отойдя оттуда на, 70, на 750 стадиях, они прибыли в харак к иудеям, называемым тубианами. Ну вот, э, странное какое-то название, о чем идет речь земля Тови, возможно, а, возможно, хорошая земля Тов по-древнееврейски. В общем, это ну, какое-то отдельное такое племя иудеев. Но Тимофея они в этих краях не застали, потому что тот ушел из этих краев ни с чем, оставив одно месте крепостную стражу, причем весьма сильную. Поэтому до Сефея и Сосипатра из военачальников Маковея вытянулись и прибили людей, оставленных Тимофеем в крепости, более 10 тысяч человек. Вот уже насколько мощная у них э, сила. Интересно, что военачальники носят греческие имена, да, то есть иронизация зашла уже достаточно далеко, даже те, кто с ней сражаются, во многом сами ей подвержены. Тогда, выстроив свое войско по отрядам, Маковей поставил их во главе этих отрядов и устремился на Тимофея, у которого было 120 тысяч пехоты и 2500 всадников. Узнав о приближении Уды, Тимофей отослал жен, детей и прочий обоз, так называемый Корнион, поскольку место это трудно было взять приступом и даже подойти к нему, потому что все проходы в этих местах были тесными. Ну, мы не очень понимаем тоже, где конкретно этот городок, но значит, он хорошо укреплен. Когда показался главной отряд Иуды, страх напал на врагов, ужас обуял их от явления пред ними всевидящего. Вот интересно, что Господь здесь не всесильный, а всевидящий, хотя скорее речь идет о силе, но то, что Он видит всех людей, видит, как они живут и что с ними происходит, это на самом деле есть некий залог победы иудеев. Они обратились в бегство, бросившись в рассыпную, так что часто свои же разили своих ранили остриями мечей. Но Иуда неотступно продолжал погоню, закалывая этих проклятых, и истребил около 30 тысяч. Тоже немножко преувеличенные, мне кажется, цифры потерь. Ну вот прямо десятки тысяч, если все суммировать, там уже пару сотен будет. Но во всяком случае потеря врагов очень мощные. Интересно, что вторая Маковейская, в отличие от первой, никогда не отмечает свои потери. Это как бы подразумевается, ясно, что в войне погибают с обеих сторон люди, но это же не свидетельствует о победе цифры своих потерь, поэтому они не упоминаются совсем. Сам Тимофей был взят людьми до Сефея и Сосипатра, и, проявляя чрезвычайную изворотливость, стал умолять отпустить его целым и невредимым. У него, мол, в заложниках родители многих иудеев, а еще их братья и сестры, и случись, что за их жизнь никто не даст ни гроша. Обычная практика всех времен – брать мирных людей в заложники, и вот при случае выкупать своих или самого себя, как Тимофей, ценой их жизни. После того, как он многократно подтвердил свое обещание возвратить заложников невредимыми, его отпустили ради спасения братьев. Ну, действительно, что же еще остается делать? Затем, выступив на Корнион и Атергати, он Иуда перебил 25 тысяч человек. Еще один городок упомянут. После их разгрома и уничтожения он выступил с войском против Эфрона, укрепленного города, где жил Лисий и множество разноплеменного Люда. Крепкие юноши заняли стены, и упорно сражались, а внутри были большие запасы военных орудий и метательных снарядов. Но иудеи, призвав на помощь властелина, сокрушающего своим могуществом силы врагов, завладели городом и уложили до 25 тысяч бывших там людей. Снявшись оттуда, они устремились на Скифополь, отстоящий от Иерусалима на 600 стадиев, то есть порядка 100 километров. Однако обитавшие там аудеи засвидетельствовали, что скифопольцы вообще были к ним добры, а в лихую годину проявляли к ним участие. Ну, наконец-то, хоть с кем-то из соседей они не воюют. Очевидно, это гораздо более редкий случай. Тогда, поблагодарив скифопольцев и попросив их впредь сохранять дружелюбие к их народу, иуды да и его люди прибыли в Иерусалим, потому что не за горами был праздник Седмиц. Праздник Седмиц, конечно, праздник Пятидесятницы, да, семь Седмиц — это 49, и когда приносилась эм, вот, жертва первого урожая, 50 день после Пасхи. И, соответственно, вот не случайный эпизод, что все-таки Иуда действовал, Иуда Макове войска действовали не с точки зрения, вот давайте вырежем всех врагов и всех, кто попадется под руку, а действительно воевали с теми, кто реально так или иначе поднимал руку на иудеев, но союзников не трогали. После так называемой Пятидесятницы, ну, что и есть праздник Седмиц, они двинулись на Горгия, правители Идумии. Это еще одна соседняя область к юго-востоку. Эдом, ныне Южная Ордания. Он вышел навстречу с тремя тысячами пешек и четырьмя сотнями конных. Когда завязалась битва, несколько узеев погибли. Ну, вот, как некоторые даже исключения. А до Сефе, один из Тубиан, у нас уже были иудеи-тубиане, непонятно откуда это имя, но некая особая группа, Могучий всадник поймал Горгию, ухватил его за плащ и с силой поволок за собой, чтобы живьем взять в плен проклятого. Но какой-то всадник фракиец налетел на него, отхватил ему руку по плечу, а Горгия бежал в Марису. Наверное, эти эпизоды как раз про то, что, невзирая на все эти блистательные победы, все-таки это не была такая резня, вот, и не было такое триумфальное ошествие, когда люди идут и всех убивают. Это были войны, тоже и потери, и ранения, и увечья. Затем, когда люди из Дрина уже долго сражались и выбились из сил, Иуда призвал Господа, чтобы он явился как союзник и предводитель в битве. Э, немножко странно. Во-первых, кто такой Издрин? Его люди тут долго сражались. Ну, какой-то очередной военачальник, иудейское скорее имя. И, э, а почему это Иуда молится в разгар битвы, когда э, уже, вот, собственно говоря, силу воинов не хватает? Он только тут про Бога, что ли, вспомнил? Или они настолько уже уверены в собственных силах, что да и чем молиться, и так все понятно, давайте сражаться, да, ой, что-то война идет не так, как надо, давайте все-таки помолимся. Странная вещь. То есть Иуда Маковей здесь вдруг оказывается не таким, каким мы его видим обычно. Может быть, внезапное сражение, да, то есть они не успели, собственно, подготовиться. Он, Иуда Маковей, во весь голос начал петь гимны на родном наречии. Это подчеркивается, как и в первой книге, что по-иудейски или по-арамейски, но, во всяком случае, не по-гречески. И неожиданно ударив на людей горги, обратил их в бегство. Затем Иуда, собрав войско, прибыл в город Адаллам. А поскольку наступал седьмой день, они по обычаю очистились и провели там субботу. Седьмой день, соответственно, субботу по иудейскому календарю, день покоя. На следующий день людям пришло время подобрать тела павших, чтобы положить их вместе с родственниками в отеческие гробницы. Соответственно, они эм, умерших на войне, погибших, не трогают в субботу, поскольку суббота – день покоя. И тогда у каждого из погибших они нашли под одеждой обереги идолов из Амнии, по закону для иудеев запретные. Тут всем стало ясно, по какой причине они погибли. Вот, и даже случаи битвы и гибели людей вполне естественно, да, война, погибли враги, но и наши погибли, на то и война, враги же сопротивляются тоже наносят удары. Нет, почему именно эти люди погибли? Они же за правое дело, а у них идолы, идолы из Амнии. Ямни это городок, который они там разорили тоже, языческий городок. И вот э, то ли идолы были ценными, какие-нибудь серебряные золотые, это металл, который потом пойдет на переплавку, то ли, а мало ли на всякий случай, конечно, есть у нас свой бог, но э, все-таки надо договориться с разными другими богами, кто его знает, как оно обернется, может, они тоже помогают. Мы не знаем, по какой причине, но. Вот здесь очень четко, как вот это буквально в Пятикнижии, где все эти войны ведутся, лишь пока иудеи-израильтяне вот, твердо верят Богу, они ведутся успешно, как только какое-то отпадение сразу все разваливается. Вот здесь та же самая история. Даже те, кто погибли на войне, погибли не просто так. Погибли, потому что вот конкретно эти люди поддались на какие-то языческие искушения. Тогда все благословили Господу, праведного судью, который тайное делает явным, и предались молитве, прося полностью смыть совершенный грех. Интересно, смыть грех с кого? С этих людей они уже погибли. Получается, молитву за умерших? Но скоро мы это прочитаем. Или весь Израиль, который осквернен действиями некоторых из них. Как, допустим, там в книге Иисуса Новина, да, когда там кто-то что-то скрыл вот, лично для себя языческое. И весь Израиль терпит поражение. Может быть и то и другое. Но дальше очень интересный эпизод. А благородный Иуда призвал всех остерегаться греха, ибо они своими глазами видели, что случилось из-за прегрешений павших. Затем он собрал со всех своих людей около двух тысяч драхм серебром, драхма это монета греческая, серебряная, и отправил в Иерусалим, чтобы совершить жертву за грех. За грех этих людей. Они умерли. И он отправляет в Иерусалимский храм деньги для жертвоприношения за умерших. Первый во всей Библии случай молитвы за умерших. И поступил весьма хорошо и достойно, потому что думал о восставлении из мертвых. Видите, автору нужно это объяснить. Как это жертва за умерших? Всегда приносится жертва за грех живущего человека. В самом деле, если бы он не ждал, что павшие восстанут, молиться за мертвых было бы бесполезно и глупо. Но поскольку он считал, что тем, кто почил благочестие, уготована самая прекрасная награда, вот святая благочестивая мысль, он и совершил умилостивительную жертву за погибших, чтобы они были избавлены от греха. То есть э, погибшие вообще все умершие люди, по крайней мере праведники воскреснут, восстанут. Про грешников не сказано, воскреснут для суда или э, наказания или вообще не воскреснут, здесь неизвестно. Но праведники точно восстанут. Вот эти люди умерли неправедными, они умерли с языческими какими-то оберегами, там идолами и прочим. Нужно отмолить эти грехи. И для этого посылается в Иерусалим специальная собранная с живых, естественно, сумма. Поскольку маковейские книги не входят в протестантский канон, то вот для протестантов это не аргумент. Для православных и для католиков это главный библейский аргумент в пользу молитвы за умерших. Вот Иуда Маковей так делал, и это вызвало полное одобрение автора. Он отдельно обговаривает, как правильно поступил Иуда. Очевидно, не все тогда это одобрили. Очевидно, были другие взгляды. И вот автор специально разбирает этот вопрос. Ну и на этом у нас заканчивается с вами 12 глава.